Привет, друзья! Сегодня я расскажу о 10 способах, как стереть двойку из дневника. Самый простой – это просто стереть двойку ластиком. Старый проверенный способ. Один мой друг сначала зарисовывает оценку карандашом, а потом стирает. Говорит, что так получается аккуратнее. Конечно же, двойку можно стереть лезвием. Но получается как-то не очень. Неплохой способ скотчем. Просто наклеиваем кусочек скотча и аккуратно отрываем. Делаем это несколько раз. Также можно вырезать пустые клеточки и наклеить их сверху оценки. Если вы учитесь по 12-бальной системе, просто дорисуйте единичку. Если же ни один способ вам не подошел, просто вырвите страницу и перепишите все предметы на следующую. Можно натереть клеточку для оценки свечкой, тогда учитель точно не сможет вам ничего поставить. То же самое можно сделать и с мылом. Ну и последний, самый главный лайфхак. Просто учите все, что вам задают в школе. Всем удачи!